Сейчас, сука! Ты видела? Нак полетел в машину. Оттуда вот так, сейчас, все, он приехал. Ну вот тут. А ему надо это в камеру? Страховку попробовать. Ну зачем ему? У него знак просто улетел с ветром, сдуло. Просто так бам-бам. Ох, бля! Йоу! Пипец! Да! Хорошо, ему дверь не отнесу. Дальше передают маме Елене Геннадьевне, тете Ларисе. Это от Анны сообщение и заказ на песню Филиппа Киркорова. Снег, музыкальный подарок. Возбудительно уже в эфире любимой радиостанции. На Пасашок. На Пасашок. Пипец, смотри, ехали, блядь. Ебать, мы это сняли, блядь, прикинь. Долбоёб, блядь.
Слышь, они заработали. Они в лоб этой машине вышли. Они заработали свое. Кто? Вот эти вот щенки. Эти? Да. Вы что, прикалываетесь специально?